Namo Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutle, Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine, Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Hare Krishna, my name is Tapan Mishra Das. Hare Krishna, меня зовут Тапан Мишра Дас, и я служу в Министерстве образования ИСКОН. Книги Шрила Прабхупады являются основой для общества ИСКОН, и мы проводим беседы с различными старшими лидерами нашего общества, чтобы услышать их личные реализации, их наставления, и чтобы они дали нам руководство к тому, чтобы мы занимались глубже чтением книг Шрилы Прабхупады. И сегодня нам выпала великая удача. Мы пригласили на эту беседу Его Светлость Джаяпатаку Свами Махараджа. Его Светлость — одна из самых старших членов нашего общества, наш духовный лидер, который дает наставления сотням тысяч преданных по всему миру. Махарадж, мы хотим поблагодарить и приветствовать вас в этой беседе о книгах Шрилы Прабхупады. Спасибо. Я рад быть частью этой беседы. Махарадж, мы хотим начать это путешествие с того, что мы зададим вам вопрос. Каково было первое наставление, которое вы услышали из книг Прабхупады? Я увидел приглашение на фестиваль колесниц в Сан-Франциско. И внизу листовки говорилось, что там будет вегетарианская пища за 25 центов. Я тогда жил уже в храме, и я купил книгу, которая называется «Легкое путешествие на другие планеты». Так как я изучал науку, меня эта книга очень заинтересовала. Потому что эта книга говорила об антиматерии. Я взял эту книгу и хотел кому-то пожертвовать 25 центов, но никого там не было, никто не брал у меня эти деньги. Они просили, чтобы я зашел в следующую дверь и спросил там Гаргамуни, чтобы дать ему свои деньги. Я пришел туда, он был очень счастлив взять мои деньги. Он продал мне комплект Бхагаватам Шрилы Прабхупады. В то время было всего лишь три книги первой песни. Они были напечатаны в Индии. Я купил их и начал читать. Они были очень интересны. Махарадж, когда вы первый раз встретились с книгами Прабхупады, будучи студентом университета, вы были заинтригованы этими книгами. Что вас больше всего вдохновило в том, что вы прочитали, и что вдохновило вас снова вернуться в храм и встретиться с преданными? I had many questions. У
У меня были много вопросов, и Гаргамуни сказал мне, что я должен отправиться и встретиться с Джаянандой Прабху. Я туда отправился, и он занял меня служением в построении колесницы. Потом я решил, что я хочу встретиться с Шрилой Прабхупадой. В то время он был в Монреале. Примерно через три недели. Я отправился в Монреаль и увидел Шрилу Прабхупаду. И Прабхупада сказал, что он хочет дать мне инициацию. Prabhupada said that he would initiate me, but that I have to read Shrimad Bhagavad Gita 10 times. Для этого я должен 10 раз прочитать Шримад Бхагавад Гиту. И я проводил несколько часов в день, каждый день, читая Бхагавад Гиту. И я смог 10 раз прочитать Бхагавад Гиту. Я отсчитывал сколько раз? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Я отсчитывал. Пока не достиг 10 раз. С самого начала я читал шастры. Прадюмна Прабху был президентом храма. И он регулярно читал, он был ученым. У меня было очень хорошее общение с ним. Я читал много книг. И потом Прабхупада сказал, что я должен прочитать учение Господа Чайтаньи. Я не помню точное название этой книги, но звучала эта книга примерно так. У нас была первая песня Шримад Бхагавата, какие-то маленькие книги, Бхагавад Гита и учение Господа Чайтаньи, которые написал профессор Саньял. You were definitely a very avid reader. Given that you read 10, Махарадж, вы, безусловно, 10 times были очень хорошим читателем, вы прочитали 10 раз Бхагавад-гиту. И доктор Саньял был, безусловно, пандитом, раз Прабхупада упоминает о нем. Но что очень сильно, что особенно сильно затронуло ваше сердце, когда вы читали книги Прабхупады в 60-х или в ранних 70-х годах? Как я сказал, Прабхупада сказал мне, чтобы я читал его книги. By reading the Bhagavad Gita 10 times, I was giving a course. И прочитав Бхагавад Гиту 10 раз. With 2 credits. Although by reading Bhagavad Gita 10 times, I was giving a course in Loyola University for 2 grades. Я уже читал лекцию в университете. I also gave a course in McGill University, but there was no credit. I also gave a course in McGill University, but there was no credit. Также я проходил курс в университете в Мендале, но не закончил его. В то время у нас было очень немного книг, но мы были очень счастливы, и мы очень хотели прочитать все, что было доступно.
The devotees then at that time were full-time devotees. Maharaj преданные в то время служили Прабхупаде день и ночь. Would devotees approach Srila Prabhupada with a request that, oh, we don't have time to read? Преданные к Прабхупаде и жаловались ли они на то, что у них нет времени читать книги, что у них слишком много служения? Если это случалось, что отвечал Шрила Прабхупада на эти жалобы? Мы даже не могли подумать, чтобы с этим подойти к Прабхупаде. Потому что иначе нас бы просто читали, это было позорно. Он сказал, если ты хочешь инициацию, то 10 раз прочитай Бхагавад-гиту. Таков был его стандарт. Я принял это наставление очень серьезно. И я представляю себе, что и все остальные тоже так же серьезно приняли это наставление. В то время, журнал «Назад к Богу» было несколько из тех публикаций, которые у нас были. Но когда я читал, люди часто задавали вопросы мне, и я не всегда знал ответы на эти вопросы. И я тогда отвечал им, я вам отвечу завтра. Тогда я возвращался обратно, изучал книги, находил ответы. И потом возвращался и давал эти ответы людям. It is mentioned that Srila Prabhupada Maharaj, lives forever in говорится, his books. Что Шрила Прабхупада вечно живет в своих книгах. Сам Прабхупада говорил об этом. Есть ли у вас какая-то личная реализация на этот счет после того, как Прабхупада оставил этот мир, с которым вы можете поделиться со всеми нами, что у вас есть такое же ощущение, что Шрила Прабхупада живет в своих книгах? Шримад Бхагаватам — это непосредственное воплощение Кришны в словах. И на самом деле нам необходимо общаться naturally, we need to associate a lot with the words of Krishna. Naturally, the purpose of Prabhupada would give us some deeper realization. And naturally, the purpose of Srila Prabhupada would give us deeper realizations. И на самом деле комментарии Шрилы Прабхупады дают нам более глубокие реализации. Yeah. So, one time I had a high fever in Mayapur. Однажды у меня была высокая лихорадка. Я в это время был в Майяпуре. Иногда я читал книги, а иногда я слушал лекции по Бхагаватам Шрилы Прабхупады. By coming in contact with Srila Prabhupada, although physically I was suffering like anything. So then I found that physically being Потом in contact понял, with что... physically while I'm suffering, but being in Физически, contact with Srila Prabhupada, страдаю, но я вхожу в близкое общение со Шрилой Прабхупадой таким образом. И я чувствовал духовное блаженство. Это было нечто уникальное. Это было духовное счастье. Хотя внешне, на физическом уровне я страдал. Это уникальный опыт. Духовное счастье. I could understand that spiritual happiness is something separate from the body.
Это нечто отличное от тела. We'd like to hear from you. Мы хорошо хотим услышать от вас, что вам кажется, что для нас, практикующих преданных, является благом от чтения книг Прабхупады каждый день. На самом деле наш ум полон всевозможного рода материального опыта. И мы должны заместить этот опыт духовными мыслями. Поэтому это очень важно регулярно слушать книги и читать книги Шрилы Прабхупады. И таким образом мы можем наполнить наш ум духовным опытом. И наша материальная концепция и материальный опыт. Material concepts and experiences will be uppermost in the mind. Если мы не будем это делать, если мы не будем читать книги, то они захватят наш ум. Нам необходимо очистить ум, чтение Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиты и читание Бхагаватам. И нам необходимо регулярно читать эти книги. Господь Чайтанья дает наставления в своих учениях. Господь Чайтанья дает три наставления, и чтение книг было одно из этих трех наставлений. Шрила Прабхупада говорил, что Бхагавад-гита и Шримад Бхагаватам являются учениями Кришны. Гита из Бхай Кришна. Гита рассказана Кришной, а Бхагаватам — это книга о Кришне. Махарадж, у вас очень напряженное расписание, у вас очень много встреч, лекций и так далее. Находите ли вы все еще время слушать лекции Прабхупады, читать книги, или, может быть, кто-то читает вам книги Прабхупады посреди вашего такого напряженного расписания? 50% of what classes I gave is from Srila Prabhupada's books. Того, что я говорю на лекциях, содержится в книгах Шрилы Прабхупады. А потом, когда я отдыхаю, я прошу, чтобы кто-то полчаса читал для меня книги Прабхупады. Я не знаю, сколько раз я уже прочитал Бхагавату. Сейчас я тоже читаю Бхагавату. И я получаю все еще новую информацию. Хотя, может быть, это уже пятый или шестой раз. И поэтому я прошу своих учеников, которые получают инициацию, первую инициацию, я прошу их хотя бы дважды прочитать Бхагавад-гиту и прочитать первую песню Бхагавад-гиты и другие книги. Как, например, маленькие книги Прабхупады, учения Господа Чайтаньи и так далее. А на вторую инициацию я прошу Бхакти Шастри и с первой по третью песню. Ашола Кришна, Ашола Кришна,
one should have a bhakti vaibhav. So until Krishna Prabhu had sent some references which says that потом Кришна Прабху нашел ссылки, где говорится, что тот, кто хочет принять саньясу, должен пройти бхакти вайбхав. Для второй инициации нужно пройти бхакти шастри. А чтобы быть гуру, нужно пройти бхакти веданту. Поэтому нам нужно изучить весь Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гиту. И потом мы сможем давать лекции по этим книгам. Сейчас я хочу составить Чайтанья Лилу. Махапрабху как раз ушел из Навадвипы, чтобы принять саньясу. So that's partly from Chaitanya Charitamrita and это часть из Чайтанья Чаритамриты и часть из других книг. So, эта информация берется. Так что это бесконечный обучающий процесс. Махарадж, это такое вдохновение, это постоянный бесконечный обучающийся процесс. Вы настолько вдохновлены, что, несмотря на ваше напряженное расписание, вы находите время для того, чтобы читать книги и давать лекции по книгам Шрилы Прабхупады. Махарадж, каково будет ваше наставление лидерам и преданным? Потому что мы очень часто встречаемся с этим вопросом, когда преданные говорят, что у нас нет времени, у нас не остается времени, потому что мы работаем, у нас есть служение. Мы проповедуем и так далее. Можете ли вы, пожалуйста, поделиться со всеми нами тем, как найти это время и как справиться с этим запросом ума, что у нас нет времени на чтение книг? Шрила Бхактивинод Тхакур был грехастой, и он работал в правительстве. Ему нужно было находить время на семью, на проповедь, на джапу. И также он находил время для чтения и написания своих книг. Это вопрос распорядка дня, распределения времени. Не то, что нам нужно читать, нам необходимо это делать. Как найти время для чтения, это всего лишь тайм-менеджмент, это расписание. Точно так же, как будучи грехасткой, вы находите время для вашей семьи, как преданный, вы должны найти время, чтобы читать шастры. Шрипада говорил, что книги — это основа, а проповедь — это суть. Но как мы можем проповедовать, если у нас нет основы в качестве книг? Мы должны читать книги, если мы хотим проповедовать. Прабхупада говорил, что мы должны быть подобны адвокатам. Мы должны читать Писание. Точно так же, как адвокат в разных случаях дает ссылки на разные книги. Точно так же мы даем ссылки на разные священные писания. Саду, Шастра, Гуру. Мы должны уделять время чтению книг. Махарадж, спасибо вам большое за то, что вы вдохновляете нас, чтобы мы находили время
И, безусловно, услышав от вас это наставление и увидев ваш пример, мы, безусловно, сможем реорганизовать наше время и читать больше книг. Махарадж, когда мы читаем книги Прабхупады, многие из нас переполняются эмоциями, потому что Бхагаватам содержит очень много частей, очень много глав. А потом еще есть читание Чаритамрита, Бхагавад-гита. Как нам правильно подходить к книгам, чтобы мы смогли систематически читать эти книги? Можете ли вы дать нам какие-то идеи или советы о том, как нам прочитать это огромное количество книг? You see that these books are being simplified for us. На самом деле эти книги были упрощены специально для нас. We study the Bhagavatam, it's very simple. Мы изучаем Бхагаватам, который очень простой. Там всего лишь 18 тысяч стихов. 12 песен. Otherwise, there are 17 а еще же есть 18 Пуранов, 17 Пуран. В Сканда Пуране 200 тысяч стихов, в Махабхарате, в Рамаяне, в других Упанишадах, в Веданта Сутре, во всех Ведах. Нарада Панчаратри и так далее. И поэтому из всего этого мы читаем всего лишь Гиту и Бхагаватам. И этого будет достаточно для нас. So Bhagavatam is the ripened fruit of the Vedic tree. Бхагаватам — это созревший плод дерева Вед. Бхагаватам — это сконцентрированная версия. Шрила Прабхупада дал нам эту сконцентрированную версию. Если мы прочитали Бхагаватам, то мы уже знаем все, что нам следует знать. Махарадж, сейчас в ИСКОН иногда преданные спрашивают и говорят нам, вернее, что так много книг выходит. Иногда у нас возникают идеи, что нужно прочитать какие-то другие книги перед тем, как читать книги Прабхупады. Каково бы было бы ваше наставление, Махарадж, имея в доступности сотни книг, как же мы должны распорядиться ими? Сейчас у нас есть различные возможности, да, у нас много книг. Но мы знаем, что Шримад Бхагаватам невероятно важен. Что это литературное воплощение Господа. А Бхагавад-гита — это слова Господа. Ее лично рассказал Кришна. Поэтому so while we have some other books which gives us some additional information, зачем нам нужны другие книги, которые дают какую-то дополнительную информацию? Основное обучение заключается в том, чтобы прочитать Гиту и Бхагаватам. Мы не можем избежать этого. That's our main meal, our rice and dal. Это основа, это рис и дал нашего рациона. Другие книги мы можем прочитать для того, чтобы способствовать нашему обучению. Но основные книги мы должны изучать. You have studied Srila Prabhupada's books so many times. Махарадж, вы изучили книги Прабхупады много раз. И в процессе написания книг и проповеди на основании книг Шрилы Прабхупады, может быть, вы читали книги предыдущих ачарьев нашей сампрадаи. Можете ли вы рассказать о ваших реализациях и опыте? Как нам понять,
значимость комментариев Шрилы Бхактисиддханты по сравнению с трудами других ачарьев и по сравнению с другими книгами. В чем значимость для преданного ИСКОН этих комментариев Бхактивиданты по сравнению со всем остальным, что доступно? Прабхупада посещал Майяпур два раза в год. Он приезжал сюда и оставался месяц или полтора, весь осенью. А потом он снова приезжал на Гауру Пурниму примерно на две недели. Итак, шестую часть года он проводил в Майяпуре. Я видел, что каждым вечером он переводил и писал свои книги. У него был особенный Бхагаватам на санскрите. В нем было семь тик, семь комментариев Шридхары с вами и других различных ачарьев. Мадхавачарья. Мадхавачарьи. Он читал все эти комментарии. Acharya's commentaries. So he would read all these commentaries and in his purport he would put и его в своих комментариях он совмещал все эти комментарии ачарьи. Также он давал свой личный опыт и реализации. Так что его комментарии — это суть комментариев всех предыдущих ачарьев. Нам не нужно изучать всех различных других ачарьев. Для нас это уже сделано. Есть опасность читать слишком много книг, потому что мы тогда можем запутаться. Так Прабхупада дал нам суть комментария всех остальных других ачарьев, своих комментариев. Поэтому мы обладаем сутью всего учения. Да, Махарадж, мы очень благодарны Шриле Прабхупаде за то, что он дал нам практически на блюдечке все, что нам нужно для духовной жизни, и мы благодарны Бхагаватам таким, как вы, кто учит нас на своем примере, что такое практиковать духовную жизнь. Махарадж, я хочу вас спросить. Очень часто мы слышим это словосочетание «шакстра-чакшуш», что человек должен смотреть на мир глазами Писаний. Пожалуйста, поделитесь с нами, как преданные, как мы можем видеть мир глазами книг Шрилы Прабхупады? Каков ваш опыт, наставляя так много преданных по всему миру, и что случится с нами, если мы перестанем это делать? Итак, как мы должны это делать, и что случится, если мы не будем этого делать? Это точно так же, как учиться летать на различных уровнях. Первый уровень — вы должны понять, куда вы отправляетесь. Но следующий уровень — это если вы летите в тумане, и вам ничего не видно. Тогда вам нужно воспользоваться различными инструментами.
Ваше тело может говорить вам различные вещи, но вы тогда должны быть зависимы от инструментов. Точно так же, используя книги и читая Писание, мы получаем правильное понимание. Мы не можем получить истинное понимание через наш ум и чувства. Мы должны быть зависимы от видения шастры. Прабхупада говорит, что разумный человек видит слона, собаку, собакоеда одинаково. Это говорит Бхагавад-гита. Потому что он видит во всех этих живых существах ту же самую духовную душу. И в итоге мы понимаем, что душа одинакова. В то время как, пребывая на материальной платформе, мы видим различия. Потому что прямо сейчас мы встречаемся с различными протестами по всему миру. Но обладая духовным видением, мы должны понимать, что мы не являемся этими телами. Мы не белые, черные, желтые, красные и так далее. Мы не мужчины, не женщины. В итоге мы должны понимать, что мы духовные души. Поэтому внешнее видение — это одна вещь, но внутреннее духовное видение — это совершенно другая вещь. Если вы понимаете вещи с точки зрения Писаний, тогда у нас может появиться мир во всем мире. Не будет неравенства рас. Но так как мы не видим глазами шастры, люди смотрят внешним зрением. То появляется такое понятие, как расовое неравенство и различные другие проблемы. Да, Махарадж. Безусловно, нам нужно видеть через шастры, шастра-чакшу, и для этого нам нужно читать эти шастры и принимать у них прибежище, чтобы мы смогли таким образом смотреть на мир. Махарадж, какой совет и какой практический навык хотите ли вы передать ИСККОН как обществу? Что должны делать лидеры в своих обществах для того, чтобы увеличить это настроение и дух чтения книг Шрилы Прабхупады каждый день, чтобы они делали это искренне? Пожалуйста, дайте нам наставление. Мне приходит на ум, что Шрила Прабхупада говорил, что изучать книги — это значит, что нужно их читать в обществе двух людей хотя бы. Может быть, муж и жена могут читать вместе и потом делиться друг с другом прочитанным. Realizations and applications. So in our Bhagavad, in our Bhakti Viksha meetings, we try to. Также на встречах Бхакти Викши
Мы пытаемся читать книги, и мы пытаемся делиться нашим впечатлением и нашим опытом, и реализациями. Да, и реализациями. So having a regular time we give every day for reading. И поэтому регулярно каждый день мы должны отводить время чтению. That could be an important practice. Это должно быть регулярной практикой. I think in the Chaupati temple they do that. В храме Чаупати преданные делают это. Во многих храмах преданные делают это. But this would be an important asset. Это очень важный момент. That people could set aside a little time to study. Люди могут найти немного времени для того, чтобы изучать книги Прабхупады. Yes, Maharaj. And definitely around the temples during this week. И безусловно, во многих храмах в эту неделю мы пытаемся вдохновить лидеров. To be able to implement this общаясь с такими же личностями, как вы, чтобы в различных храмах и центрах города, и мира, в ИСКОН, люди углубляли свое чтение книг. Махарадж, вы поделились с нами удивительными примерами того, как вы сами читаете книги и как вы вдохновляете преданных, которые хотят получить инициацию у вас на чтение, и даже на бхакти-врикшах в различных обществах, вы вдохновляете преданных читать также. Я хочу спросить вас, Махарадж, иногда появляется вопрос у преданных, когда они говорят, что мы уже прочитали все книги, и теперь мы хотим всего лишь повторять, мы хотим повторять джапу, мы хотим служить божествам, или они чувствуют, что да, мы уже знаем все, что находится в книгах, и они не хотят читать одно и то же каждый день. Махарадж, будет ли когда-нибудь такое время, когда мы можем заявить, что все, мы уже все прочитали? Если такого времени никогда не будет, то откуда же приходит эта мысль, что сейчас мы хотим всего лишь погрузиться в воспевание или в поклонение божествам? Пожалуйста, проясните для нас, что же правильно, а что нет. Я думал о том, что Прабхупада совершал такую великую аскезу. Каждую ночь он просыпался в полночь и до трех или четырех часов утра переводил книги. Он делал это, потому что его общение с его духовным учителем, с его реализациями и с предыдущими ачарьями, он хотел передать нам это наследие. Я не думаю, что у нас есть большой выбор. Что, прочитав книги всего лишь один раз, готовы ли вы пройти и сдать тесты по Бхакти Вайбхаве или Бхакти Веданте? До какой степени вы оценили ваши знания? Вы привязаны к новостям в телевизоре, к новостям в газетах. Вы получаете другую информацию, которая в основном загрязняет ваше сознание. Но также нам необходимо ощущающее общение. Really is something that we don't,
We should not see that we have done the reading. Reading, we should see мы не должны думать, что мы уже все прочитали. Мы должны смотреть на чтение как на общение с Кришной. Like Srinivas Acharya, he went to Gadadhar Prabhu. Однажды Шринивас Ачарья пришел к Гададхаре Прабху. And he said that he wanted to study Shrimad Bhagavatam under him. И сказал, что он хочет от него изучать Шримад Бхагаватам. Но Гададхар Прабху показал ему Бхагаватам. And that was in different cantos. The whole Bhagavatam was washed out. Там были различные песни, но весь этот Бхагаватам был смыт слезами. Пуджари говорили, что пока он читал этот Бхагаватам, все строки Бхагаватам были смыты его слезами. Это реализация чистой любви к Кришне. Понимание игр различных аватар. От этого его сердце размягчилось. И бхавы или према проявились в его теле благодаря общению с Кришной. На страницах Шримад Бхагаватам. Благодаря общению с Господом Чайтаньей, на страницах Чайтаньи Чайтамриты. Maybe first time you read it like a fact, but when you read it again and again, может быть, в первый раз вы прочли книги залпом, но вы потом читаете снова и снова и получаете различные реализации. For 7 days and 7 nights, you're listening to non-stop. 7 дней, 7 ночей, без остановки, Парикшит Махарадж слушал Шримад Бхагаватам. Он не ел и не пил. Спустя несколько дней без еды или без воды, что с нами случится? Воды, дайте воды. Вот так вот мы будем себя вести. А его реализация была такая. Скажи мне еще, Господи. Еще, снова скажите, я еще хочу слушать об этом. Что сделал мой удивительный Господь? Have these pujaris reached that level? Вот эти пуджари, достигли ли они того уровня? Весь мир читает книги Прабхупады. Вся суть чтения книг Прабхупады — это достичь уровня вот этих чистых преданных. You have given, you have shaken us. Out of our slumber. Махарадж, вы взбодрили нас и немножко встряхнули нас сегодня, разбили многие наши недопонимания относительно чтения. Вы показали ваш личный пример, как все еще вы принимаете прибежище Шрилы Прабхупады, и далее вы нам дали нашу цель, какова должна быть наша цель в чтении Шримад Бхагаватам, чтобы мы смогли достичь уровня тех преданных, которых вы сегодня описали. Махарадж, мы очень-очень благодарны вам за сегодняшнее общение, что вы рассказали нам о том, как важно читать книги Шрилы Прабхупады каждый день. Есть ли какое-то окончательное послание, которое вы хотите дать нам в эту неделю чтения книг Шрилы Прабхупады? Хотите ли вы что-то сказать на прощание лидерам или преданным? So I don't think that there is time that we can say that I have done enough.
Я не думаю, что когда-нибудь придет время, когда вы скажете, что все, я уже достаточно прочитал. В этом интервью я чувствую себя виновным. I wish so that I could be reading more. Maybe there is some time which I wasted, I would be reading more. Может быть, я потратил какое-то время зря, которое мог бы потратить на чтение книг. Но также я и вдохновлен. Пытаться больше читать. As we just observed the Bhadra Purnima, недавно у нас прошла Бхадра Пурнима. And we heard that how Srimad Bhagavatam is the Shabda Avatar. И мы слышали, что Шримад Бхагаватам это Шабда Аватара. So how can we get enough association with Krishna? Так как же можно насытиться этим общением с Кришной? Будет ли когда-нибудь такое время, когда мы скажем, что мы уже присытились общением с Кришной? Прабхупада вдохновлял нас читать его книги. И он говорил, что эти книги нужно читать, потому что Кришна говорит через меня. Когда я читаю эти книги, которые написал, я получаю еще больше осознания. He would listen to his own books, what to speak of us. Шрила Прабхупада даже слушал свои собственные, чтение своих собственных книг, что же говорить уже о нас. Hare Krishna. Махарадж, то, что вы описали как наследие Прабхупады, я молюсь, чтобы все наши зрители поместили это наследие в их сердца, и чтобы ваши слова и ваш опыт дал нам истинное настроение общения с Кришной через комментарии Бхактивиданты. Возвышенный преданный всегда выражает желание Господа, и мы желаем получить ваше благословение, и мы будем следовать по вашим стопам. И также мы молимся о том, чтобы обрести должное умонастроение в чтении книг Шрилы Прабхупады. Махарадж, от лица Министерства образования мы благодарим вас за потраченное на нас время и за то вдохновение, которое вы, которым вы нас одарили в чтении книг Шрилы Прабхупады в нашей жизни. Спасибо, что предоставили мне эту возможность поговорить о книгах Прабхупады. Спасибо, Махарадж. Харе Кришна. Вся слава Шриле Прабхупаде. Джай.